Молодая девушка еще она была. Сразу после института в школу к нам работать пришла. И наших пацанов свела с ума. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. На доске черчу таблицу Менделеева и случайно написал, что я люблю тебя, вот беда. Она со злостью смотрит на меня. После всех уроков мы остались с ней вдвоем. Думал я, сейчас пойдем шампусика попьем, но облом. И вместо бара мы к директору идем. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Директор школы вызывает меня в который раз в кабинет. А я-то знаю, секретарша ему делает омлет. И вот опять его я вижу перед собой. Директор, мать его, не дружит с головой. Я думал, что все произойдет как обычно. Непривычно от него исходила эта личность. Симпатично. Ну что, сынок, она понравилась тебе, ага. Я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь? Почему? Ведь на такое место просто так не присесть. Понял. Короче, выговор тебе неофициально. Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный. Захлопнув дверь, я выхожу из кабинета. И знаю, мне сегодня не поможет сигарета. Я вижу, она опять направилась к нему. И задаю себе вопрос, почему? Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится.